Ella. 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 Тут наверняка есть охрана. Ugh!
Алексио! О, боги, это ты! О, боги! Гейтор! Когда же мы виделись в прошлый раз? По-моему... Воспоминания, когда... Говорят... Клинок... Твоя гарпа? Один командир потребовал, чтобы я починил... Я верну твой... Не делай глупо. Эй, ты ж меня знаешь. Потому и боюсь. Мне пора. Помни, никаких драк. Не буду на это... Давай. Это крепость Фила. Если Гейтор прав, меч где-то внутри. Наступление врага замедлится.
Интересно, еще дышит? Странно это. Та самая гарпа. Сложно ошибиться. А?
Пошел. Рад, что ты цел. Нашел мою? Да, нашел. Как я рад! Ты разобрался с ком? Он не пережил наш... Мне кажется, в этой истории с Гарпой есть еще что-то, о чем ты умолчал. Что? Да ладно, ты всегда был подозрительным. Ты очень помог мне. Не будем же омрачать триумф. Гейтер, ты так часто прикрывал меня на Кефалинии. Не беспокойся об обещанной плате. Считай, что мы в расчете. Ты стал хорошим человеком, Алексиос. Наемник с твердой рукой и добрым сердцем – большая редкость в наше время. Даже слишком добрым. Никому не говори, а то решат, что я размяк. Не скажу. Для Мистии репутация – это все. Хоть я и не могу сражаться, я рад, что меч снова со мной. Береги себя, Гейтер, и больше ничего не теряй. Гейтер. А, друг мой. Этот взгляд. Ну, да, кое-что. И спасти его нужно. Увы, сам я теперь. Хорошо. Спасибо, друг мой. Ладно, пора за дел. Да!
буду осторожен. Вот и вы. Я уж думал, не появитесь. Ты? Здравствуй, Химилка. Рад встрече. Гейтер, в чем дело? Почему ты здесь? Ясно. Он тебе не сказал, да? Использовал, как всегда. Молчи. Я не буду с тобой говорить. Я тебя убью. Ты меня обманул. Просил вызволить лишь за тем, чтобы убить его. Я не лгал. Кое о чем умолчал, вот и все. Я его вызволил, а ты теперь убьешь? Ты мог бы просто поручить это мне. Я хотел увидеть его. Зачем? Он убил мою возлюбленную. Мы оба виновны. Но это моя жена. Твоя жена? Она бы не умерла, если... Что? Не застал вас? Если б ты не напал? Если б она не вмешалась, если б не пала от наших клинков, кто виноват? Кажется, никто из вас не виноват. Он вынул меч первым. Ты был с моей женой. Чего еще ты ждал? Я вправе защищать свою честь. Вы оба не хотели ее смерти. Здесь нет победителей. Не проливайте больше кровь. Не надо. Ты прав. Мне жаль. Ему жаль. Ты разрушил мою жизнь в ту ночь. Но твой друг верно говорит. Лучше нам больше никогда не встречаться. Ах ты! Отпусти. Ты поступил правильно. Не всегда можно искупить вину за содеянное. Годы, проведенные со мной, тебя не испортили. Прошлое нужно оставлять в прошлом, что я и сделал на Кефалинии. Это шанс начать новую жизнь, так вперед!
Приветствую. Хорошего дня. Хорошего тебе дня.
Славная лошадь. Мне придется. О, отлично. Но ты уверен, что не поторопят? Это шутка. Вопрос вот в чем. Что за история? Человек, который... И как мне при... Ты волен решать. И где сейчас вор? Ждет у конюшни. Ты видел, как он крадет? Надежда. Нужно действовать осторожно. Ah!
Это вор. Ты попался. Попался.
Это ты украл лошадь? Сократ послал меня к тебе. Сперва поймали, теперь еще и Мистий. Поверь, я лучше, чем афинский стражник. Хозяин лошади не рас... Я узнал достаточно, что... Прошу, не суди строго. Что еще тебе нужно? Оставишь лошадь. Я должен кормить семью. Другого выхода. Увы. Почему ты выбрал... Ее было легче украсть. Благородный воп. Я украл не... Я узнал достаточно... Прошу, не...